Прежде всего хочу вас всех тифинцах поздравлять. У вас новая, красивая и, наверное, в будущем очень популярная библиотека. И, может быть, не все, но здесь много таких, которые здесь первый раз в библиотеке, как мы, финны из Иматра. Наша группа 20 человек, остальные на экскурсии сейчас, а мы здесь, наша музыкальная группа из музыкального училища города Иматра. Они будут выступать, немножко дать вам радость, и вы можете аплодировать потом, что если хотите больше услышать, можете. Но Дарья Максимова, которая солист этой группы, она будет больше рассказать, что они будут именно вам дарить. Так что от имени всех финнов здесь в городе сегодня я вам желаю всего доброго и удачи тоже в библиотеке. Спасибо. А потом, когда этот маленький концерт заканчивается, сделаем небольшую паузу, и я буду презентовать, сам рассказать немножко о том, какие книги сейчас публикуют в Суоми о России, и какую книгу я сам с одним другом, мы только что, тоже в начале сентября опубликовали в Финляндии, о Суворове. Но это будет потом, а сейчас концерт, и Дарья, пожалуйста. Здравствуйте, мы группа из города Иматры. Я Даша Максимова, Нило, Нельера, Леон. У нас есть Отто, но он сегодня не будет играть, потому что у нас нет барабанной установки. Вот. Поэтому мы начнем с моей песни, которую я сама написала. А, еще у нас есть Арка, он сидит в публике. А потом мы исполним песню группы Wild Cherry, Play That Funky Music.
Thank you.
Jan Jansson. Там состоится их полное выступление в рамках 16-го джазового фестиваля «Сентябрь Тихвине». Joo, suuret kiitokset ryhmälle ja tänään sitten teidät nähdään vielä siellä konserttitalon isolla lavalla, jossa odotetaan. Мы рады, что ваш фестивальный зал начался в нашей новой библиотеке города Тихвина. Oli kyllä oikein hienoa, että pääsitte niin kuin otitte ensituntumaan tähän täällä esiintymiseen nimenomaan täällä uudessa kirjastossa. И мы приглашаем вас на короткую экскурсию по новой библиотеке ТЭФИ. Sitten tämän kirjan esittelyn jälkeen niin tehdään sellainen pieni kierros tässä rakennuksessa ja he haluaa esitellä tämän. Но сначала нам расскажут о замечательной книге Суворова, которая переведена на финский язык. Joo, mä voisin todella kertoa vähän tästä kirjasta. Можно, пожалуйста, все фото коллективные участники?